Чтобы она не была, это не аутентика, то есть мы не позиционируем, мы позиционируем, наоборот, нашу индивидуальность в этом плане, в плане исполнения, в плане звучания, потому что она не будет чистой, никакой стиль, никакой рок-н-ролл исполняем, не будет такого виде, потому что нам неинтересно повторять то, что делали другие, а что-то интересно, скажем, делать коллаж стилей и... Получилось. Да. Что-то странное, может быть, что-то кто-то может обвинить, что это не музыкально, но мы тоже стремимся сделать атмосферу. Музыка понятие относительное, на наш взгляд, поэтому мы больше работаем со звуком, с атмосферой, нежели с гармонией, хотя одно другого